Всем привет! Как вы отлично знаете, первый мейджор сезона был отменен. Вместо него 18 числа на каналах RUHUB стартуют региональные финалы первого сезона DPC. Эта рокировка еще больше усложняет и так непростую систему сезона. Для тех, кто не вдается в детали, я решил еще раз кратко рассказать систему проведения DPC сезона 2021-2022. Ведь за любимой командой намного интереснее следить, когда реально понимаешь, где она находится и за что вообще она сражается, а не просто включаешь какой-то рандомный матч. Если коротко, 6 регионов за год проходят через 3 сезона DPC. В каждом сезоне есть отборочные и мажор. Как оказывается, не совсем. Игры длятся примерно 2 месяца. Например, первый сезон начинался в декабре, а закончился в январе. В СНГ, как и в других регионах, за DPC очки сражались 16 команд, 8 в верхнем и 8 в нижнем дивизионе. Изначально планировалось, что топ-2 первого дивизиона едут на мажор, а топ-2 второго дивизиона попадают в первый, на освободившиеся места. Ну и приятным бонусом сверху был обещан денежный приз в размере 280 тысяч долларов. И на сдачу 690, 920 и 1150 поинтов за каждый из соответствующих сезонов. В СНГ на первый мажор должны были выходить Спирит и Пакчамп, а в первый дивизион переходили ЦИС Реджекс и Винстрайк. Вылетели из второго дивизиона Империя и ЭС Монако Гамбит. Однако, как говорится, зритель полагает, а Габен располагает. В результате довольно сумбурной и не очень понятной ситуации первый мейджор был отменен. Иначе прямо сейчас команды бы уже сдавали тесты и паковали чемоданы. В процедуру отмены вдаваться не будем, просто скажем, что сначала якобы не успели найти ТО, потом появились слухи, что кто-то вообще отказался делать мажор. Так или иначе, первопричиной, скорее всего, является пресловутая пандемия. Все мы помним перипетии с выбором места проведения TI-10 и многочисленные ограничения на нем. Просто так отменить такое событие, как первый мейджор, было бы совсем странно. Поэтому Valve анонсировали региональные финалы. 4 лучшие команды региона сразятся за 100 тысяч долларов и 380 DPC очков. В случае СНГ это Spirit, PogChamp, Virtus.pro и Asher. Сражаться они будут по системе Double Elimination. Обычные игры BO3 и Grand Final BO5. Короче, главное событие первого сезона DPC в СНГ будет проходить с 18 по 20 февраля на каналах RUHUB. Не пропустите!